Боже, где jesteś? Где jesteś? Боже, где ты? Где ты? То питание ciągle повторял пастор Джим Конвей. Этот вопрос все время повторял пастор Джим Конвей. Chciałbym powiedzieć świadectwo, w jaki sposób do tego doszło, że znalazł się w takiej sytuacji. Я бы хотел рассказать свидетельство, каким образом случилось так, что он оказался в этой ситуации. Jego 16-letnia córka, Becky, znalazła się w szpitalu. Его 16-летняя дочь Бекки оказалась в больнице. Lekarze zdiagnozowali raka kolana. И доктора установили диагноз – рак колена. I powiedzieli, że noga musi być amputowana. Они сказали, что ногу нужно ампутировать. Пастор Джим был иного знания. Пастор Джим считал по-другому. Powiedział своей córce. Он сказал своей дочери. Не обетну ти ноги. Они не отрежут тебе ногу. Верю, что Бог учинит чуд. Я верю, что Господь сделает чудо. Он казал нам шукать у себя помощи, когда мамы проблемы в своем жизни. Он сказал нам искать помощи у себя, когда у нас есть проблемы в жизни. Jestem przekonany, że operacja nie będzie potrzebna. Я уверен, что операция не будет нужна. Пастор Джим разом со своей женой Салли codziennie modlili się o swoją córkę Becky. Пастор Джим вместе со своей женой Салли каждый день молились о своей дочери Бекки. Kiedy była w szpitalu, wchodzili tam, przychodzili tam i wkładali na nią ręce i modlili się. Когда она была в больнице, они приходили туда, воскладывали на нее руки и молились за нее. Просили о Боже uzdrowienie. Они просили о Божьем исцелении. Członkowie tego zboru, do którego oni należeli, też modlili się. I члены собрания церкви, в которую они ходили, тоже молились. Rozpoczęli 24-godzinny łańcuch modlitw. Они начали цепочку молитвенную в 24 часа. Wielu ludzi zaczęło się o to nie tylko modlić, ale i pościć. И многие люди начали не только молиться за это, но и поститься. Ludzie z innych kościołów, którzy się o tym dowiedzieli, też modlili się o Boże. Божью интервенцию. И люди из других церквей, которые об этом узнавали, они тоже молились о Божьем вмешательстве. Jednak Bóg milczał. Однако Бог молчал. И kiedy zabierano córkę на операцию, пастор попросил zdziwionego лекаря. И когда дочь забирали на операцию, пастор попросил удивленного доктора. Попросил, чтобы еще раз проверил, чи рак не цофнулся. Он попросил, чтобы доктор еще раз проверил, не пропал ли рак. Powiedział, że jest pewien, że Bóg uzdrowi jego córkę. Он сказал, что он уверен, Бог исцелил его дочь. Doktor wrócił po prawie 3 godzinach. Доктор вернулся почти через 3 часа. I powiedział, że noga Becky w połowie uda została amputowana. И сказал, что нога Бекки на половине бедра была отрезана. Pastor Jim był całkowicie załamany. Пастор Джим был полностью сломлен. Uderzając pięściami w ścianę, krzyczał: Boże, gdzie jesteś? Boże, gdzie jesteś? Uderzając kulakami w ścianę, on krzyczał: Bóg, ty gdzie? Gdzie ty? Głośno zadawał Bogu następujące pytania. On gromko zadawał Bogu следующие вопросы. Dlaczego? Почему? Jakie są twoje powody? Какие у тебя причины? Dlaczego pozwoliłeś, aby moja córka tak bardzo cierpiała? Почему ты позволил, чтобы моя дочь так страдала? Dlaczego tak piękna młoda dziewczyna straciła nogę? Почему такая красивая молодая девушка потеряла ногу? Dla ciebie to nie był żaden problem, mogłeś zapobiec temu. Для тебя это вообще никакая не проблема, ты мог это предотвратить. Ona jest taka młoda. Она такая молодая. Każdy z nas, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, doświadcza podobnych sytuacji, kiedy Bóg nie odpowiada на наши молитвы так, как бы мы хотели. Каждый из нас, независимо от того, где мы живем, испытывает такие ситуации, проходит через такие ситуации, когда Бог не отвечает на те молитвы, которые мы ему адресуем. Dlatego dzisiaj chciałbym podzielić się z wami swoimi przemyśleniami na temat, co począć, kiedy Bóg milczy. И поэтому сегодня я хочу поделиться с вами размышлениями, что делать, когда Бог молчит. И те przemyślenia są oparte na 11 rozdziale Ewangelii Jana. И эти размышления опираются на 11 главе Евангелия от Иоанна. Я хотел бы, чтобы мы на початок прочитали первых 6 верши этого раздела. Я бы хотел, чтобы мы сначала прочитали первых 6 стихов этой главы. «Был болен некто Лазарь в Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими». Сестры послали сказать ему: «Господи,
«Вот, кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находится. Łazarz chorował, potrzebował pomocy, dlatego siostry posłały po Pana Jezusa. Lazar болел, ему нужна была помощь, поэтому сестры послали за Господом Иисусом. Maria i Marta, siostry Łazarza, wierzyły, że Chrystus może uleczyć ich brata. Maria i Marfa, siostry Lazaria, wierzyli, że Chrystus może исцелить ich brata. To tak jak my, kiedy doświadczamy różnych trudności w swoim życiu, wierzymy, że Jezus może nam pomóc. Это точно так же, как мы, когда с нами случаются разные трудности в нашей жизни, верим, что Иисус может нам помочь. До кого się zwrócimy, если не до Него? Кому мы обратимся, если не к Нему? Сами przecież doświadczamy Bożej interwencji w naszych życiu. Ведь мы переживаем сами Божье вмешательство в нашу жизнь. Często też słyszymy świadectwa, jak Bóg uzdrawia, jak Bóg zmienia sytuację wielu ludzi. И часто мы слышим свидетельства о том, как Бог исцеляет, как Бог изменяет жизни других людей. Siostry Łazarza wierzyły, że gdyby Pan Jezus tam był, byłby przy ich bracie, to on by nie umarł. I siostry Łazaria wierzyli w to, że jeśli by Господь Jezus tam był, był przy Łazarze, to on by nie umarł. W 21 wierszu znajdujemy słowa Marty. W 21 stichie my находим słowa Marfy. Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Te same słowa powtarza Maria w 32 wierszu. I te же слова повторяет Мария в 32 стихе. Tak sobie myślę, że czasami my także znajdujemy się w sytuacji, w której wiemy, że jedynie Bóg może nam pomóc. I ja tak думаю, что иногда и мы находимся в таких ситуациях, когда мы уверены, что только Бог может нам помочь. Rozkładamy ręce, bo jesteśmy bezradni. Мы разводим руками, потому что мы беспомощны. Nikt inny, żaden inny człowiek nie jest w stanie nam pomóc. Никто другой, никакой человек не может нам помочь. Liczymy tylko i wyłącznie na Boga. Мы рассчитываем исключительно и только на Бога. I nie podlega żadnej wątpliwości, że Bóg może uczynić wszystko, bo on jest Bogiem wszechmogącym. И вне всяких сомнений Бог может сделать все, потому что он всемогущий Бог. I często słyszymy tego świadectwa, jak on działa. И мы часто слышим свидетельства о том, как он действует. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Но не всегда так происходит. Doświadczył tego pastor Jim Conway oraz Marta i Maria. И это пережил пастор Джим Конвей и Мария и Марфа. Z tej historii, którą czytamy w 11 rozdziale Ewangelii Jana, wynika, że siostry oczekiwały, że Chrystus od razu przyjdzie i uzdrowi Łazarza. Из этой истории, которую мы прочитали в 11 главе, мы видим, что сестры Лазаря думали, что Иисус сразу придет и исцелит Лазаря. Jednak czytamy w 6 wierszu, że Pan Jezus, kiedy usłyszał o tym, pozostał jeszcze 2 dni tam, gdzie był. Но мы читаем в 6 стихе, что Господь Иисус, когда услышал об этом, оставался еще 2 дня там, где Он был. Tak sobie myślę, że siostry Łazarza zadawały sobie następujące pytanie. I ja вот думаю, что сестры Лазаря задавали себе вопрос такой. Dlaczego Pan Jezus zwlekał? Почему Господь Иисус ждал? Dlaczego nie przyszedł od razu i nie uzdrowił naszego brata? Почему он сразу не пришел и не исцелил нашего брата? W 37 wierszu czytamy, że podobnie myśleli żałobnicy. В 37 стихе мы читаем о том, что подобным образом думали плакальщики. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepym otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? A niektórzy z nich сказали, nie mogli сей, отверший oczy слепому, сделать, чтобы и этот не умер. I w takich chwilach trudnych przez nasze serce, przez nasze umysły przechodzą różnego rodzaju nurtujące nas pytania. И в такие трудные моменты через наши головы, через наши сердца проходят разные мысли, которые бередят наше сердце. Wspomniany pastor Jim Conway pytał się, Boże, gdzie jesteś? I тот пастор, о котором мы говорили, Джим Конвей, он говорил, Бог, где ты? Czasami jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy wydaje nam się, że Bóg zwleka. I иногда мы находимся в такой ситуации, когда нам кажется, что Бог чего-то ждет. Wydaje nam się, że milczy, kiedy mógłby bez żadnego problemu coś uczynić. Нам кажется, что он молчит, когда он без какой бы то ни было проблемы мог бы что-то сделать.
Так собі мислю, що зробити, коли власне Бог мовчить. І я вот думаю, що зробити, коли именно Бог мовчить. Очевидно, можна голосно питати ще, подавати вątpliwość. Конечно, можна громко спрашивать, можна сомневаться. Можна задавати це питання так, як пастор Джон. Можна задавати ці вопроси так, як пастор Джон. Боже, где jesteś? Боже, где ты? Dlaczego nie interweniujesz? Почему ты не вмешиваешься? Dlaczego milczysz, kiedy jesteś bardzo potrzebny? Почему ты молчишь, когда ты очень нужен? Ale tak sobie myślę, że dużo lepiej jest ufać Bogu. Но я думаю, что гораздо лучше доверять Богу. Ufać Bogu nawet wtedy, kiedy on milczy. Доверять ему даже тогда, когда он молчит. Dlatego, że Pan Jezus chce, abyśmy zawsze pamiętali, kim on jest. Потому что Господь Иисус хочет, чтобы мы всегда помнили, кто он. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z Martą w 25 i 26 wierszu, wyjaśnił jej, kim on jest. Когда Господь Иисус разговаривал с Марфой в 26-27 стихах, он объяснил ей, кем он является. И он powiedział, dlaczego przyszedł na ten świat. И он сказал, почему он пришёл в этот мир. Он пришёл, aby ludzie uwierzyli w niego i mieli życie wieczne. Он пришёл, чтобы люди поверили в него и имели жизнь вечную. И kiedy закончил то выповедь, поставил ей питание. И когда он закончил это высказывание, он задал ей вопрос. Czy wierzysz w to? Веришь ли ты в это? Chociaż w następnym 27 wersecie odpowiada, że wierzy. Хоть в следующем 27 стихе он отвечает, что верит. Ona odpowiedziała, że wierzy, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem. Она ответила, что она верит в то, что Иисус предвещённый Мессия. Jednak z kontekstu wynika, że nie ufała Jezusowi Chrystusowi. Но из контекста следует, что она не доверяла Иисусу Христу. Podobnie było z pastorem Jimem Conway. Подобным образом было с пастором Джимом Конвой. Уфал Богу. Он доверял Богу. Верил в Него. Он верил в Него. Jednak, kiedy Bóg nie odpowiedział na jego prośbę tak, jak on chciał, jego cały świat się zawalił. Когда Бог не ответил на его просьбу так, как он хотел, весь его мир рухнул. В своей książce pod tytułem «Kryzys w rodzinie» napisał. В своей книге под названием «Кризис в семье» он написал. Że kiedy amputowano nogę jej córki, jego zaufanie Bogu legło w gruzach. Что когда ампутировали ногу его дочери, его доверие Богу просто было раздавлено. Ale Boże słowo zachęca nas do tego, abyśmy ufali Bogu nawet wtedy, kiedy milczy. Но Божье слово призывает нас доверять Богу даже тогда, когда он молчит. Ono zachęca nas do tego, abyśmy ufali Bogu, że on nas kocha. И оно воодушевляет нас доверять Богу, что Он нас любит. В тех шести первых вершах, которые прочитали мы два раза, в третьем и пятом версете, читаем, что Пан Иисус кохал Лазаря. В этих первых шести стихах, которые мы прочитали в начале, дважды Иисус говорит о том, что Он любил Лазаря, в третьем и пятом стихе. И можно было себе поставить, задать питание, почему не уздоровил когось, кого коха? И можно задать вопрос, почему Он не исцелил кого-то, кого Он любил? В пятом вершу читаем, что Chrystus kochał Martę i jej siostrę Marię. W piątym stichie my czytamy, że Chrystus lubił Marię i jej siostrę Marfę. I można by było sobie postawić pytanie, dlaczego nie wysłuchał ich próśb modlitewnych, skoro je kochał. I można zadać вопрос, почему он не услышал их молитвенные просьбы, если он их любил. Co ciekawe, nawet kiedy ludzie z boku patrzą na tę sytuację, a my chrześcijanie poddajemy Boga Божью милость в вątpliwość, то они ту Божью милость видят. И интересно то, что даже когда мы, христиане, поддаем сомнению то, что делает Бог, а люди снаружи видят это, они верят в то, что делает Бог. В 36 вершу знайдуем наступающую выповедь жалобников. В 36 стихе мы находим следующее высказывание плакальщиков. Пач, як го миловал. Смотри, как он любил его. Так собі мисля, що Боже мовчання не перекресла Його милості до нас. І я думаю, що Боже мовчання не перечеркує Його любов к нам. То, що Бог не відповідає так, як би ми хотіли, не значить również, що Він нас відрзуца. І то, що Бог не відповідає так, як ми цього хочемо, не значить, що Він нас відвергає. Хтось колись сказав, коли не бачимо Божої руки, можемо ufати Його серцю, Його милості до нас. Кто-то когда-то сказал, что если мы не видим Божьей руки, то мы можем доверять Его сердцу, что Он любит нас.
Nie podważaj Bożej miłości, kiedy Bóg nie odpowiada na modlitwę tak, jak tego chcesz. Не сомневайся в Божьей любви, когда Бог не отвечает на молитвы так, как ты этого хочешь. Ufaj Bogu nawet wtedy, kiedy milczy. Доверяй Богу даже тогда, когда Он молчит. Ufaj, że On cię kocha. Доверяй, что Он тебя любит. Ufaj, że On wie, co robi. Доверяй, что Он знает, что Он делает. Tak sobie myślę, że Chrystus bardzo dobrze wiedział, dlaczego zwlekał z przybyciem, aby uzdrowić Łazarza. И я думаю, что Христос очень хорошо знал, почему Он оттягивал момент прихода к Лазарю, чтобы его исцелить. Читалишь, что два дня чекал. Мы читали, что Он два дня ждал. А так на маргинесе, с этого контекста выника, что эти два дня не имели никакого значения. Итак, к слову я скажу, что эти два дня не имели никакого значения. Потому что Пан Иисус пришел, когда Лазарь был уже четыре дня в гробе. Потому что Господь Иисус пришел, когда Лазарь уже был четыре дня в гробе. Kiedy Pan Jezus by przyszedł od razu, Łazarz by był jeszcze dwa dni w grobie. Jeśli by Gospodzie Jezus razu przyszedł, to Łazarz i tak byłby już dwa dnia w grobie. Ale z tego tekstu myślę, że są cztery powody, dla których Pan Jezus zwlekał. No ja думаю, что исходя из этого текста есть четыре причины, почему Господь Иисус ожидал. W czwartym wierszu czytamy następujące słowa. W czwartym stichie my czytamy следующие слова. A usłyszawszy to, Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Usłyszał to, On сказал, эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Syn Boży. Po pierwsze, Pan Jezus chciał wykorzystać tą sytuację na Bożą chwałę. Во-первых, Господь Иисус хотел использовать эту ситуацию для Божьей славы. Chciał to osiągnąć nie poprzez uzdrowienie chorego człowieka, ale wskrzeszenie z martwych człowieka, który umarł. I on chciał dostignąć tego nie przez исцеление больного человека, a przez воскрешение мертвого. Człowieka, który był już cztery dni w grobie i który cuchnął, który śmierdział. Człowieka, który już cztery dni był w могиле i od którego воняло. W 15 wierszu Chrystus, zwracając się do uczniów, powiedział takie słowa. W 15 stichie Chrystus, obracając się do uczniów, сказал такие слова. I raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. I raduję się za was, że mnie nie było tam, aby wy uwierowali. Po drugie, Pan Jezus chciał, aby uczniowie uwierzyli w Niego. Во-вторых, Господь Иисус хотел, чтобы ученики поверили в Него. Chciał, aby uwierzyli w Niego jak, nie jako tylko człowieka, który uzdrawia, ale tego, który wskrzesza z martwych. Он хотел, чтобы они поверили в Него не только как в человека, который исцеляет, но как того, кто воскрешает мертвых. Aby uwierzyli w tego, który powiedział o sobie, że jestem zmartwychwstaniem i życiem. Чтобы они поверили в того, кто о себе сказал, что я есть воскресение и жизнь. Po trzecie, Bóg chciał, aby taką samą wiarę mieli ludzie, którzy znajdowali się wtedy w Betanii. И в-третьих, Господь Иисус хотел, чтобы такую же веру имели люди, которые в то время находились в Вифании. W 42 wersecie znajdujemy modlitwę Chrystusa. W 42 stichie my находим молитву Иисуса. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, ja że ty mnie posłałeś. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. I później w 45 i 46 wierszu czytamy, że wielu ludzi, którzy tam było, uwierzyło w Pana Jezusa. I potem w 45, 46 stichach my czytamy, że mnogi ludzie, którzy tam byli, uwierowali w Gospoda Jezusa. Uwierzyli dlatego, że to było celem Pana Jezusa. Oni powierili, потому что это было целью Господа Иисуса. Niektórzy jednak nie uwierzyli i donieśli faryzeuszom o wzbudzeniu Łazarza z martwych. Однако некоторые не поверили и донесли фарисею о воскресении Лазаря из мертвых. Так себе мысля, что są, będą люди, którzy, widząc Boże działanie, będą wierzyć i będą ludzie, którzy nie będą wierzyć. И я думаю, что когда люди видят Божье действие, будут из них те, кто будут верить, а будут те, кто не поверит. Бог działa, jedni uwierzą, drudzy nie. Бог действует. Одни поверят, другие нет. До какой группы ты належишь? К какой группе относишься ты? Есть еще один повод звуки Пана Иисуса. Есть еще одна причина, почему Господь Иисус ждал. Христос хотел показать целому святу великую правду, завертую в 25 и 26 версете.
Христос хотел передать всему миру большую правду, которая заключается в 25-26 стихах. Я имею змартвихстанье и жизнь. Я воскресение и жизнь. Кто во мне верит, хоть бы и умер, жить будет. Верующий в меня, если и умрет, оживет. А кто живет и верит во мне, не умрет навеки. И верующий в меня не умрет вовек. Всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. И dlatego też między innymi możemy 2000 лет по этому wydarzeniu читать это в наших Библиях. И именно поэтому, в том числе сегодня, мы 2000 лет с лишним спустя можем читать об этом. Часами, najczęściej с перспективы часу, dowiadujemy się, dlaczego Бог uczynił то так, а не иначе. Чаще всего, спустя какое-то время, мы понимаем, почему Бог сделал что-то таким образом, а не иным. Так было в przypadku Марии и Марты. Так было в случае Марии и Марфы. По кільку днях dowiedziały się, dlaczego Pan Jezus zwlekał. Через несколько дней они поняли, почему Господь Иисус промедлил. Подобнее было с пастором Джимом Конвей. Подобным образом было с пастором Джимом Конвеем. Он, его жена и его córka wspólnie написали książkę. Он, его жена и его дочь вместе написали книгу. И в этой книжке делятся своими доświadczeniami, przeżyciami. И в этой книге они делятся своим опытом, своими переживаниями. Делятся, чего Бог их научил через это трудное doświadczenie. Они делятся тем, чему Бог их научил через этот трудный опыт. Часами, jednak, не будем в stanie на этой земле zrozumieć, dlaczego Бог milczy, dlaczego Бог не odpowiada так, как мы byśmy tego sobie chcieli. Но иногда мы будем не в состоянии на этой земле понять, почему Бог молчит и почему Он не отвечает так, как мы этого хотим. Помимо того, несмотря на это, доверяй Богу. Навет втеди, кеди мільчи. Даже тогда, когда Он молчит. Уфай Богу, навет втеди, кеди не отповяда на твои молитвы так, как бы хотел. Доверяй Богу, даже когда Он не отвечает на твои молитвы так, как ты этого хочешь. Уфай Богу, навет втеди, кеди звлека. Доверяй Богу даже тогда, когда Он медлит. И на pewno, jestem pewien, и вы jesteście tego pewni, bo doświadczacie tego w swoim życiu. И наверняка, я уверен, и вы уверены, потому что вы испытываете это в своей жизни. Że Bóg będzie czasami milczał. Бог будет иногда молчать. Dlatego, że On jest Bogiem. Потому что Он Бог. И Он не jest złotą rybką, która spełnia wszystkie nasze zachcianki. И Он не золотая рыбка, которая исполняет все наши желания. Але так собі мишля. Но я думаю, że Бог завше ве, co робі. Что Бог всегда знает, что Он делает. Ми не завше вємо то, co Бог робі. Мы не всегда знаем, что Бог делает. Марта и Мария не wiedziały, co Бог робі. Марфа и Мария не знали, что Бог делает. Пастор Джим Конвей не wiedział, co Бог робі. Пастор Джим Конвей не знал, что делает Бог. Ale z tej historii, z tych dwóch historii możemy się nauczyć, że lepiej jest po prostu ufać Bogu. No i z tych dwóch historii my możemy nauczyć się temu, że lepiej po prostu dowierzać Bogu. Nawet wtedy, kiedy milczy. Даже тогда, когда он молчит. Nawet wtedy, kiedy zwleka. Даже тогда, когда он медлит. Nawet wtedy, kiedy nie odpowiada na nasze modlitwy tak, jakbyśmy chcieli. Даже тогда, когда он не отвечает на наши молитвы так, как мы этого хотим. Łatwo jest ufać Bogu, kiedy wszystko idzie po maśle. Легко доверять Богу, когда все идет хорошо. Kiedy wszystko dzieje się tak, jakbyśmy tego chcieli. Когда все происходит так, как мы этого хотим. Jednak jak reagujesz, kiedy Bóg milczy? Но как ты реагируешь, когда Бог молчит? Jak przyjmujesz Bożą zwłokę? Как ты принимаешь Божье промедление? Czy wtedy, kiedy Bóg tak robi, czy Jemu ufasz? Тогда, когда Бог так делает, доверяешь ли ты Ему? Jak to jest w Twoim i moim życiu? Как это в твоей и моей жизни? Ufaj Bogu. Доверяй Богу. Nawet wtedy, kiedy milczy. Даже тогда, когда Он молчит. Nawet wtedy, kiedy zwleka. Даже тогда, когда Он медлит. Nawet wtedy, kiedy nie odpowiada na twoje prośby tak, jakbyś tego chciał. Даже тогда, когда он не отвечает на твои просьбы так, как ты бы этого хотел. Ufaj Bogu zawsze i wszędzie. Доверяй Богу всегда и везде. Chciałbym zachęcić was do tego, abyśmy mogli spędzić chwilę czasu sam na sam z Bogiem i z tym Jego słowem, które dzisiaj czytaliśmy i dzieliliśmy się myślami.
Я бы хотел призвать вас провести минутку один на один с Богом, раздумывая над тем словом, которое мы сегодня читали, и раздумывая над теми мыслями, которые мы сегодня слышали. Zachęcam, abyśmy mogli pochylić głowę i spędzić chwilę czasu sam na sam z Bogiem i Jego Słowem. Давайте склоним головы и проведем минутку времени один на один с Богом и Его Словом. Uczyńmy to teraz. Давайте сейчас это сделаем. Отец Небесный, Господь, Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог в переживаниях, в страданиях, в радости, в покое и в беспокойстве. Остаешься Богом. И Ты в силе смирить любую бурю в наших сердцах и в нашей жизни. Но тем не менее Ты иногда допускаешь, чтобы мы, проходя эти бури, видели Тебя, становились крепче, понимали Слово Твое. Господь, я прошу за каждого человека, кто сегодня находится в этом зале. И только Ты знаешь те бури, которые бывают и, может быть, есть в данный момент в нашей жизни. Господь, я прошу, чтобы в этих бурях Ты говорил к нам, и мы видели Тебя через любой шторм, через любое переживание, через любую боль. Да будет имя Твое прославлено, Господь Бог. Аминь.